Мать моя женщина! У меня кнопка записи-то на этот... На пропустить гиперпрыжок. Черт! Я-то думаю, че он исчез? Я думаю, все, не успели. Я не понял, ты видишь, лазерная пушка, теперь она больше не лазерная. Да лазерная, она просто стреляет. А, это ты стреляешь? Нет, USS-нагибатор терпит неприятности. Какие так. Неприятности? Ну, у нас не будут дроны. Я попасть так. Не могу в него. Черт, тогда щиты в жопе! Черт! Так, срочно, давай, прицелься, я пока попробую этот. О, что-то бомбануло там. Подождите, я... Большая яркая вспышка. Я усиливаю щиты себе. 326 дамага, по-моему. ДМГ. Она долго восстанавливается? Слушай, сейчас давай... будет сотка. У меня, в общем, я тебе энергию даю на все оружие. Сейчас пилот... Блин, что этот дебил делает? Я пойду попробую. Ох, у нас... Что? У нас этот двигатель варп горит. Вот он, чувак, который в нас палит, он встал на месте, я его хорошенько продамажу. Давай, это всего лишь... О! Нас взорвали. Гейм овер? Так. Да, ну ничего страшного. Можно перезапустить вселенную. Долго что это? Мы и делаем. Не, все. Так, я капитан. А я еще никто. Я черным экраном играю. Отлично, а у меня что-то подвисло. Ну все как всегда, бета-версия там. Тили-тили тролливали. Пару кадров проебали. Я снова буду, видимо, тем самым, да? Хотя я не по специальности стоял. Как хочешь. Почему я с пушкой теперь? Да, 1, 2, 3, 4. Переключение. А что ты до этого мне не говорил ничего об этом? А ты не спрашивал? А я и не знал. Огнетушитель, потуши свой анус. Пока еще не загорелся. Давай помогу тебе. Так, ладно. Нам, я думаю, нужно куда-то двигать. О, так я могу... Нет, не могу. Или могу. Слушай, а где мы? Там вкладки подсвечиваются, но не нажимаются. Ладно, знаешь что? Нам нужно двигать. Я варп-прыжок активирую. Давай, где там пушка? Я даже посмотрю сейчас. Такой вид неплохой, я смотрю. Даже из окна. Из окна гостиничного номера своего. Блин, надо полную энергию ставить. Где прыжок? Прыжок? Что ты прыжок? Ну тот самый. Сейчас будет. Он заряжается. Во, мы как-то странно летим. Ничего страшного. Он сейчас это на курс. Станция какая-то или что? Ну да, тут торговая станция и починочная. Починочная, какое название это? А почему он так близко к нам? Кто? Ну и станция, и починочная там, к черному. Ну такое? Вот так он прилетел. Сейчас он на курс. Мы вот. Прилетели, и они прилетели. В общем, все, гиперпрыжок. О. Красота, да, такая? Да. Причем. А, показалось. Или нет? Что-то слева еще появлялось. Слушай, ну все, давай. Я думаю, это скипнуть можно. Ну, и готовься! Мы в новом мире или что? Да, мы в новом мире, но нас уже сразу... Яхта-то как? Слушай, надо проверить. Это что такое? Это живой человек! Я сканирую на живые формы. То есть это, скорее всего, игрок. Издалека там, что ли? Но они нас уже видят, где-то атакуют. Юнит 91. Пока я сотку себе не восстановлю, я не смогу в него палить. Да. О! Кажись, мы сумели. Или нет? Так я иду к ним на корабль. Так он настолько далеко, что... Блин. Блин, меня убили. Как так? Ну, я к ним на корабль. Как? Как так? Через телепорт. Сейчас нас убьют. Блин, я смотрю очень плохо кораблю. Как ты телепортировался к ним, я не понимаю. Да блин! Вот совсем не вовремя. Блин. Подожди, мы ушли, да? Фух. Мы его убили, кажись.
А, это отлично. Вы только просто... нажимаете, я нажимаю, и прям такая отдача, что у меня все мимо. Я ничего не нажимаю. Тут этот телепорт был. Я тебе покажу, вау, где он находится. Тут такой камушек, видишь, сверху нет. Не, сейчас. Ох ты ж, у нас все горит, да ё-моё. Что горит? Тут камушек в форме того самого известного. Где я иду смотреть? Иди, покажу. Посмотри. Вон, даже в окно видно. Видишь это, да? Пенисный астероид. Хуёвый астероид. Совсем хуёвый. Пошли, покажу, где телепорт. Я уже внизу. А, отлично. Если внизу телепорт, конечно. Вот, идем еще ниже. Куда еще ниже? Я, по-моему, даже не туда пошел. Вот, пойдем. Смотри. Смотрю. Вот. Тут костюм, если, например, на планету высаживаться без кислорода, наверх берется. Вот тут телепортная платформа. Тут, когда будет другой корабль, сможешь выбрать, куда отправиться. Пад. Да. Сейчас нет пока, да, еще? Да, но больше врагов нет. Ну и только на корабль с живыми людьми можно будет. То есть мы ТП, что ли, если можем всех убить, что ли? Ну да. То есть, типа, мы захватим их корабль еще? Да. А у нас будет два корабля? Нет, наш станет чужим, но можно будет как-то разделиться, я не знаю. У меня до этого не доходило. Ну да, там уже как-то до этого не додумались. Я думаю, мужику надо цель дать, мы полетим. Как он быстро бегает. Как это вообще выглядит? Очень упорото. Это тебе не мужик из Dead Island, который там пробежал 30 метров, запыхался. Да, тут он даже не бежит, он тупо летит. Навстречу ветрам лечу я к тебе, парам-пам-пам. Давай так, уже, ладно. Делать что-нибудь. Я-то делами делаю. Заниматься. Так, варп-прыжок. Варп-двигатель. Ну, конечно. Так давай уже какую-нибудь цель там, не знаю, чем мы тут полетаем. Ну вот, мы летаем, встречаемся с кем-то. Я если честно, не знаю, как цели брать, но иногда может попасться. Так, ладно, пусть он курс вперед. Я вижу, ему нравится пилотом быть. Остальные тут ливают, приходят. Приходят, выходят, а он остается? Да. Почему? У нас ведь четверо сейчас. Сейчас четверо, да. Гривейс какой-то еще. Он оруженосец, а я какой-то там специалист чего-то. Угу. Ученый. И можно бота добавить, но бот это самые бесполезные твари вообще. По вселенной. Твари. О, они я... только бедят. Только ты можешь этим самым управлять, да? Всеми не, окошками. Ты тоже можешь, любой может. А чё я кликаю, он не кликает? А ты off. Наведи на off, нажми левую кнопку мыши. Так я думал, он стрелять будет. Не. А он стреляет ведь. Только ни за что оксиген не отключай. Ты отключил сам. Как я. Ладно, давай, скипнем. Как пожалуй. Ты вообще понимаешь, что это такое? Ну что, непонятно, смотри. Что есть что? Атриум, хилинг, без понятия что. Оксиген, джен, это генератор кислорода. Климат-контроль, ну чтоб ноги не мерзли. Спотлайтс, это освещение внешнее. Проджект, без понятия. А им... Киберзащита очень полезна. Ну, чтобы там вирусы нам на корабль не пустили. Такое. Интерьер лайтс — это внутренние огни. И миссил локон без понятия что. Но, в общем, я скипаю, и мы на станцию. Во! Идем. Подлетаем. Смотри, вот сейчас починочный док. Он решил отойти, в конце концов. Да. Блин, как бы мне корабль не разбить. Сейчас, получается, мы залетаем. Ну, нужно же там немножко корабль починить. Mm-hmm. А где показано здоровье корабля, интересно? А вот верхний правый угол, который толстая полоска. А, то есть осталось немного, да? Ну как, немножко я сейчас щиты отключаю, знаешь зачем? Щиты? Щиты. А, чтобы энергия не тратилась или что? Нет, нет, чтобы можно было, ну, станция могла починить. А, что понятно, в общем. Угу. Логично, чё, что скажешь. Да. Потому что щиты мешают. Слушай.
Я какой-то процессор нашел, ну, то есть мы подняли его. Я не знаю, что он... А! Офигеть, мы нашли для улучшения, ну, какого... Процессор щитов, чтобы дольше, быстрее они восстанавливались. Процессор щитов... Ну, вскоре я буду понимать, а пока что я еще ничего не знаю. Пока что ты... Тук-тук, кто там, пойдите. Кто там? Так, новичок. Ладно, все, в принципе, мы починились. Чайничек пришел. Так быстро починились? Ну, а, ну я да, полоса день... полная. За деньги, за деньги. А где мы получаем деньги? Ну, мы продаем лут, убиваем другие корабли. То есть сначала мы убиваем другие корабли, только потом продаем лут? Да. А, слушай, да когда мы убиваем их, там все разлетается на куски. Ага. То есть приходится... Что приходится делать? Нужно к ним телепортироваться? Ну, всех убить? Собираем, собираем лут с них. Если корабль уничтожен, просто в космосе пару компонентов лута летает. Угу. То есть мы к ним подлетаем, они на автомате нам берутся, да? Угу. Все как всегда. Руками ты не возьмешь. Ну, конечно. Гравицапой. Ага. Чё-то как-то, честно говоря, не алё. Да. Всё в порядке. Тупо бегаешь по кораблю и наблюдаешь за тем, что перемещаешься. А оттуда сюда. Ну тут, блин, тут найти бы планету, на которую можно бы... О, новенький. Ага. Ризер. Привет. Конфа. Конфа? Дарёвенький. Есть инфа? А конфа? Он, наверное, хочет с нами пообщаться по голосовому чата. А, ну, а давай я все в скайп. Ага. Ну, привет будет. Все русские, удивительно. Ну, это ж как бы пиратка с русского. А, так ну, там ведь... Да. Там, то есть, хромаки настроены, я думал, что... Ладно, забей. Ну и самое главное то, что мы ж нормально, без танцев с бубнами-то подключились. Да, никакие хамачи, никакие стимы не нужны. Только в стиме, конечно, народу будет очень много. Если учесть, что там на одном серваке будет человек 100, не меньше. Но тем интереснее. Ёлки-палки, трёхэты. Чё? О, звёздное всё. Вот это красиво. Да. А ну... О! Стопы, надо посмотреть на планету. Можем Вау. Высадиться? Я? Что ты? Я высадиться? Я? Ну вообще... Ёпта. Что? Можем высадиться на планету. Это как это? То есть все-таки алё здесь? Да, да. Бери этот костюм защиты. Я что-то потерялся немножко. А, вниз надо еще, да? Да. Еще ниже. Интересно, как это будет. А... Так. Беру это костюмчик. Селект. Я возьму, наверное, этот. Не ожидал. А кто у нас там это самое? Чё за инопланетяне? А давай посмотрим. Так. Ох ты ж, мать моя женщина. Посмотри, какая пещера. А это сверху... Как он летает-то? Кто летает? Ну вот этот, инженер. Я бы сейчас попрыгал, как на Луне, допустим, и полетал бы, возможно, там... Блин, надо управление посмотреть, может, тут и прыгать можно. Типа гравитация, все дела там. Да, пойдем лутать станцию. Все зашли уже. Да. Вот в костюмчике анимация получше маленько будет. Но все равно упорото. Да, все равно не очень. Так. Блин, тут сортиры есть. Все не так. Блин, главное не потеряться. Поспать можно. А подушка где? А зачем тебе подушка? На полу спи. Ну, да, разницы нет, в принципе. Ух ты ж. О, элитный туалет. Ага, с толчком из чистого золота Януковича. Нет. Ладно, пойдем дальше. Может тут пройтись чуть-чуть подальше. А почему подальше? Чувак без костюма бегает? А, тут, наверное, нормальная гравитация, атмосфера. То есть можно было не брать, да? Угу. Ну мы, разумеется, все умные люди и... Да, но лучше перебдеть. Да, перестраховаться. А вниз ходить, допустим, там что, тупик, что ли? А вниз, да, тупик. Да, блин. Тупит. Высадились на планету, где всего лишь одна пещерка. Ага.
планета. Ну, ясное дело, я уж подумал, что мы реально будем на планете бегать. А есть планета, где побольше все. Знаешь, где в Террарии-то, помнишь, бегали? Ага. Вот там были планеты. Там, правда... Ну... Ну... 2D все. Да. Тем более, что как майн и... Костюм снимай. А, точно. Казённое имущество. Уже использованное. Ничего страшного. Просроченное. Окей, сходили. А что мы сделали в итоге? Чем получили за это? Ну чё, кто-то налутал там что-то. А, теперь я могу у него из, а кто-то из успел, шкафчика, да? Да, из шкафчика это спиздить могу. Как потому капитан. Что? Так, ладно, мы на курсе. Блин, офигенно, конечно. Чё за пилотинг? Чё такое бинарий приз там какой-то? Пресис. Вот что это такое? Так, двоичная система. Хрен его знает, на самом деле. А, показать сектор. Он или оф. Да, плевай, короче, двигаемся. Плевай. Перемещаемся, да, теперь? Угу. Надо на это посмотреть. Да, смотри. Смотрю. Смотри, да не да засматривайся. Как будто засасывает бесконечность. Слушай, прицеш, у меня видеокарта еще до сих пор даже не включился этот, как его, кулер. Как это? Ну, она до 60 градусов вообще бесшумная. Ну, в смысле бесшумная, что, она вообще не работает, что ли? Ну, кулер не работает. Он только когда она до 60 градусов прогревается. То есть она вообще, что ли, не охлаждается? Ну, потом она включается. Ну, то есть это, все это время она не работает, типа, да? То есть... Да, сейчас ей нормалек вообще все. Нифига себе система. Это как это дальше? Ну это Asus Strix. У них такая система охлаждения. Офигеть, блин. Вот мне бы так, у меня бы ничего не шумело. Тишина была. Так, ну мы опять на станции или где мы? Ну я им что сказал, это? Двигаем дальше. Подожди. Это ж док этот. Ремонтный. Нам ремонт не нужен. Да. У нас все хорошо. Бывает мы медленно летаем, бывает быстро очень. А он управляет. Так. Хреново управляет. Да, пилот. А что такое core temp? Ну, температура ядра, если она перегреется, это очень плохо. Ну а красное что означает? Ну и температура его. Большая что ли? Сейчас маленькая, но у меня стоит сейчас, ну, такой самый современный, как его, генератор, можно так сказать, ядро. Так самый современный? Да. Не хухры-мухры. Что в видеокарте, что в игре у него ядра современные всякие? Да ладно, подумай. У меня до этого 560-я была, ты чё? А у меня до этого 460-я была, тут ничего. Ну просто понимаешь, я бы, может, видеокарту не менял, но мне Лиса на день рождения подарила этот Fallout 4 предзаказ, и я решил его постримить в день выхода, поэтому как бы... Замечательно вообще. Да, посомневался. Поэтому ты решил, что видеокарта не потянет, да? Ну на самом деле да. Да ты... Вряд ли его она не потянула. Потянула бы. Я ж еще и стрим буду. Опа-на! Ё-моё! Пойдем. Еще одна планета! Не факт, что планета, скорее всего, опять пещерка какая-нибудь. Да ничего страшного, пойдем. Так, ну пойдем. А буду одним из первых. Нет. Где там ТПшка? Угу. Слушай. Оба-на. Нифига себе, там горы. Видок пойдем. Такой. Идти некуда. По-моему. Красота же. Какая красота, где там... А, понял. Посмотри, офигеть. Ой. Слушай, это потрясающе. Там, походу, лифт был или что, я спустился, знаешь как? Как? А, спрыгнул? Ну, я не знал, как по-другому, я просто пошел и полетел. А ты вообще где? Ты жив? Да, да. Ты вниз? Джеронимо, скажи, давай. Ладно, Джеронимо, блин, а нам лифт, блин, че? Я ударился. Облифт? Гулевка, Бобо. Гулевка или ножки? Ну все болит. Почему там не было лифта, я не понял. Не знаю. Он уехал, что ли? Слушай, осторожно, тут.
Ох ты ж, какой сортир современный-то. И я принтер тут стоит. Я тебе говорил. Причем тут такой же. А принтер-то зачем в сортире? Туалетную бумагу печатать. Современность-то че? Да, или это контейнер. Полотенчики, ну, ты понял. Блин. И никого нету. Ладно, лута тут нет, идем дальше. И там тоже, скорее всего, не было ничего. Как-то все маленько однообразно. Ну, слушай, ты видел, какие виды там? Да, вид, конечно, другой. А вот серверная. Может, пару i5-х, i7-х спиздим? Нет, тут ксионы. Только в реальности не воплотим. Ух ты ж. Ой, что это такое? Чё, где? Офигеть! Леса. Мы вышли. Нелогичные леса. Да. Ну я же лис. А тут холодно. Не все поймут. Да. Не только лишь все. Мало кто. Блин, знать бы как этот. Куда мы вообще идем? Я не знаю. Скорее всего никак. Это же Unity, ты чё? Я не помню, что там вообще можно было прыгать. А мы вообще правильно идем? Мы на гору забираться неправильно немного. Ничего страшного, ты видишь, вертикальный взлет у меня. А они без нас не улетят? Нет, конечно. Пистолетик. Слышь, там вроде бы путь был наверх, и мы забирались с тобой. Слушай, это, блин. А в Скориме можно было бы забраться. Да и в Лимаке тоже можно было. Почти. Ну, короче, можно гулять по скалам вот так. Да, тупо, ладно. Тупо вообще, бессмысленно. Ладно, Тима дно ливаем. На корабль. Одна станция, один лес, и как бы все. Планета планетой, но не полная, как обычно. Поскольку бетка здесь все. Да, сжато. Прикинь, в полной версии что будет. Можно по лесу еще погулять. Слушай, а давай попробуем типа кинуть. Типа кинуть, он уже бежит. Ничего не знаю. Лифт, блин. На кнопку нажми. Только бы он вас сейчас не кончил. Да он не кончит. Откуда он взялся? О, блин, где он внизу был? Мы на нем стояли. А ты? А он нас не раздавит сейчас? Так, этот меня весит, пошел нахер. Все правильно, в принципе. Видимо, один чувак уехал без нас, а мы потом все вместе упали. Слышишь, вот этот инженер пишет, типа, я сейчас без вас улечу, я его кикнул. Хорошо быть капитаном. Действительно, а кто там писал? А вот этот трейзер оранжевый, инженер. Кинул вас на корабль. В смысле, он... Я имею в виду другое, наверное. Типа, кинет нас на корабль. Ну, кину вас на корабль, типа такой, ну, оставит нас без корабля, типа, мы бы, чтобы тут куковали. А ему так, такой, на, так ты же говоришь, ты не можешь, точнее, они не могут. Без команды, скорее всего, улететь-то. А, не знаю, ну, в итоге он пошел нахер. Что-то я сомневаюсь, ты так больше не то самое. Людей не пугай. Мы поехали вообще не туда, куда нужно. Слушай, а может... Да, а вот тут выход какой-то. Тут какая-то кухонька, тут компы что ли стоят, или принтер, я не понимаю. Чувак без меня уехал, или упал, не знаю там. Или уехал, или упал. Ага. Подожди, блин, чертов лифт. Лифт не включается. Как его вызвать так? Вызвать лифт. Ну он был здесь, чувак либо уехал, я не знаю, либо чё. Я на секундочку отошёл. Дела свои сделать. Грязные. Так. Он не нажимается. Не, ну серьезно, вызвать лифт? О, это что за восстание? Только что увидел его. Он наверх ехал. Заберите нас отсюда. Чуваки, вы что творите-то вообще? Это наш новый дом с тобой теперь? Да, будем на станции жить. Сука, все из-за того, что... Вызвать элеватор работает через жопу. Только мы отсюда больше не выйдем никогда. Разве что... такое, что типа, Скотти, телепортируй нас. Как в Стартреке. Ватсон, у нас проблемы. Да. Блин. Я на крыше. Или где я вообще? А я прыгаю вниз. Там дверь была. Я попробую лифт вызвать вниз. Вниз ты там можешь. А вниз идет.
А потом наверх поднимусь. Я, короче, на балконе нахожусь. Иди, иди, сейчас погулял я на второй этаж попробую приехать. Я вот лифт, я спрыгнул вниз, лифт идет ко мне. Ага. Кажется, сейчас... он не идет. Он пришел, нет? Выберу... Второй этаж я выбрал. Все, во, я еду вижу. К тебе. Сейчас прям на самый на лифт спрыгну. Прыгай. Видишь меня? Нет! Мне голова. Плохой нет. Ответ. Я приехал. С тобой пиздец. И появился флор 3, все. А что сразу нельзя на флор 3, что? Можно, но я ж тебя ждал. А, ну да. Так мы тут были, нет? Мы отсюда валим. Все, блин. Это телепорт что? И нафиг с этой планеты. Ну да. На USS нагибатор. USS. Так, надо Ряша. Костюм снять, а то подмыхи вонять будут, вспотеешь еще. О, точно, чуть не забыл. Один лишний. Угу. Так, нас сейчас... Все, три... мы остались с тобой вдвоем. А ты еще всех кикнул, что ли, или нет? Не, вышли. Сами. И, возможно, они были с ним? Не. Но в итоге USS нагибатор остался без большинства команды, ну... Это не страшно, потому что мы есть друг у друга, это самый лучший способ завершить серию. Да, я тоже об этом подумал. А что такое пилот зашиб? Ну, пилотировать корабль. Оба-на. Нажимаешь, и ты управляешь, да, кораблем. Ого. Так я думал, он на автомате летает вообще. Сам по себе. А пилот, по-твоему, тогда зачем? Я не знаю, он там нажимает всякие кнопочки, чтобы он сам полетел. Нет, что ли? Нет. Как же так-то? Так, знаешь, что нужно нам? Давай. Моя жизнь уже не будет прежней. Да, я думаю, нам нужно какую-нибудь миссию найти. Давай на 1986, видишь? А, ты вышел. Ну ладно. Я здесь. Да, короче, я завершаю запись. Всем спасибо, кто это смотрел. Да, доллар, всем спасибо, кто Белизидор. Смотрел. Кто-нибудь посмотрите это. Ну, пожалуйста. Умоляем. Ладно, всем спасибо, всем пока-пока. Ага, всем пока.